Самое пречистое тело, это самая честная кровь Твоя, молюсь обо Тебе. Помилуй меня и прости мне вся прегрешение мое, вольно и невольно же, словом и же делом же, видение и невидение. Исподоб мне осужденно причаститься, причисти Твои таинства, оставление грехов моих и жизнь вечную. Аминь. Вечере Твоя тайна, не Сыне Божий, причастника мя, прими, не врагом тайны поем, не лобзанье Тебе дам яко Иуда, ну-ка разбойник исповедай Тебя, пойми имя Господи во царстве Твоем. Да не в суд или в осуждении будет мне причащение пречистых Твоих тайн, новое исцеление души и тела. Аминь. Пречистое тело и кровь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа причащается. Может, и братья, благословение Господа.